Учебные будни географического факультета – это большой комплекс мероприятий, в котором, как и в знаменитой пословице, есть время и делу, и потехи. Большое количество учебных, научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий проходит здесь еженедельно. За два десятилетия небольшой, но очень дружный коллектив прошел многое, но неизменным осталось главное – чувство плеча, общего духа, которое поглощает тебя уже через считанные секунды после того, как переступаешь порог святая святых. Это подтверждается большим количеством наград и общих фотографий. Сегодня на факультете получают знания специалисты широкого профиля, начиная с учительского и заканчивая бизнес-туристическим. За это время факультет состоялся и сейчас имеет доброе имя среди других вузов нашей страны. Географических факультетов в нашей стране, чисто географических факультетов, существует только два. Это Белорусский государственный университет и Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. За это время у нас выросли новое поколение географов, кандидатов географических наук, докторов географических наук, взрастил наш университет. И пусть кто-то скажет, что географы – это такие слишком серьезные ребята, занимающиеся лишь изучением большого количества карт. На это у представителей большой творческо-научной семьи свой ответ. Такое мнение – прошлый век. Сегодня для обучения студентам предоставлены биологический музей, зимний сад, сад непрерывного цветения, агробиологический центр, база летних полевых практик и медиацентр. Одним словом, создана полноценная база для гармоничного развития. Мы стремимся идти в ногу со временем и внедрять новые педагогические технологии. В частности, географы у нас очень интересуются геоинформационными системами. И в этом направлении у нас также имеются успехи. Наши студенты занимают призовые места на конкурсах, которые проводятся в нашей стране. Сейчас актуальным во всем мире является девиз образования через всю жизнь. Поэтому мы стремимся и студентов учить учиться, и сами учимся вместе со студентами, чтобы идти на шаг, на два впереди студентов и вести их за собой. Наверное, одним из самых главных достижений факультета, научным чадом студентов и педагогов разных поколений, является большой геологический кабинет. Сегодня в его стенах насчитывается порядка 1500 экспонатов. Исследовательская база являлась и является отличным подспорьем для студентов и сотрудников. Здесь проходят лекционные и практические занятия, ведется научная работа. Коллекция эта создавалась еще во времена Советского Союза. Это была одна из самых богатых и разнообразных коллекций на всем советском пространстве среди педагогических институтов. И в создание этой коллекции во многом внесли свой вклад и студенты, и выпускники нашего факультета. До сегодняшнего дня коллекция пополняется минералами, горными породами, окаменелостями, которые приносят в дар наши выпускники. За два десятилетия существования как отдельный географический факультет, эта штатная единица вузовского масштаба прошла большой путь становления. Создан настоящий коллектив творческих, талантливых педагогов. Обустроена современная материально-техническая база. Появились студенты, верные своему выбору и своей будущей профессии. А потому в праздничный день в адрес всего факультета только самое лучшее поздравление и пожелание. Я желаю нашему родному географическому факультету дальнейшего процветания, еще больше научных, спортивных и творческих достижений, нашим студентам терпения, отличных сессий, высоких стипендий, преподавателям сплоченности, еще более сплоченности коллектива. Я закончил в 95-м году Брестский государственный педагогический институт, был последним выпускником факультета естествознаний. Соответственно, мой первый рабочий день совпадает с днем рождения факультета. То есть мы вместе прошли эти 20 лет от ассистента до заведующего кафедрой. И факультет – это все, это вся моя жизнь. На самом деле я, наверное, провожу здесь времени больше, чем в каком-либо другом месте. Мне нравится моя работа, нравятся мои студенты, нравятся мои коллеги. Так что это моя жизнь. От всей души я поздравляю коллектив географического факультета и в целом профессорско-преподавательский состав университета с юбилеем, 70-летием университета и с 20-летием географического факультета. Желаю 100 лет, как минимум, прожить и всегда притягивать к себе студентов. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.